Стипендиаты программы «Болашак» не испытывают трудностей при трудоустройстве, заявил вице-министр образования и науки Такир Балыкбаев. В прошлом году почти все выпускники смогли найти работу. Они заняты в основном на госслужбе, в банковской сфере, трудятся в национальных и частных компаниях. За годы реализации стипендии «Болашак» стипендию получили 11727 человек и подготовлено 8365 специалистов. Из них 1667 – это кадры для сферы промышленности, 1694 – это для сферы образования и науки, в сфере IT и коммуникации 1394, 619 в области медицины, 400 в государственном случае и другие. Отмечу, что на 2016-2020 годы принят новый план развития программы «Болашак». К примеру, ужесточены требования для тех, кто желает обучаться за рубежом. Повышен проходной балл по тесту на знание иностранного языка, а стаж потенциальных студентов теперь должен составлять не меньше 2 лет. Кроме этого, все стажировки будут целевыми. По приоритетам плана нации 100 конкретных шагов.